Полицейские линейного отдела провели акцию для студентов. В этом году на встречу со стражами порядка пришли учащиеся схожей профессии, студенты колледжа транспортных технологий. Молодым людям рассказали о том, о службе, о том, как попасть в отдел, и что сделать это может практически любой желающий. Отмечу, в тюменском отделе транспортной полиции служит 342 человека. Выступили для ребят и кинологи. На встречу они пришли со своими подопечными. Мы возвращаем как бы немножко забытые в советские времена проводились в школах уроки профориентации для того, чтобы молодые люди смогли так более тщательно определиться с выбором профессии.